Привет, привет, дорогие мои зрители! Давно не было видео о посылке. Наконец-то я получила посылку и сразу же хочу вам показать, с вами поделиться. Ну и для вашего тоже интереса посмотреть, полюбоваться, что же я все-таки получила. Я очень давно уже не заказывала никакие посылки, потому что как бы распродажи прошли, зимние, весна. Есть распродажа, но она не очень большая. Но появился новый камень, в принципе, из-за которого я и заказала посылку. Ну и кое-что, конечно, я еще выбрала. Итак, Рози, давай будем показывать. Я буду на улице вам показывать. Ну, потому что как-то мне больше здесь нравится, в принципе, свежий воздух. Рози со мной рядом сидит. Да, Рози? Мы только что, скажи, из ванны вышли. Мы чистые такие. Такие пахучие, чистые. Ноготочки подстригли. Маникюр сделали. Да? Маме осталось только еще маникюр сделать. Вот маме осталось сделать маникюр. Да? Да? Итак, что это у нас такое? Как вы думаете, что это такое? Интересный такой камень, да, цвет. Какой цвет? Кажется, как будто серый, да? Но на самом деле цвет, я бы сказала, что сиреневый, не сиреневый, но что-то приближенное. И это авантюрин. Ну, у нас его зовут просто Purple Авантюрин. Вот бывает еще такой авантюрин. Я знала, конечно, о нем, но как-то я все не решалась его купить. Ну, потом подумала, почему бы нет, дай-ка я попробую. Вы знаете, будет очень красиво смотреться с розовым кварцем. Теперь я это понимаю. Теперь я это очень хорошо понимаю. Он идет из редких авантюринов. Еще редкий африканский авантюрин. И... редкий авантюрин, ну, он чаще, конечно, встречается, но он тоже из дорогих. Это изумрудный авантюрин. Вот изумрудный авантюрин имеет блеск, крапинки, которые блестят внутри, и он более прозрачный. А все остальные, они вот такие как бы непрозрачные. Далее агат. Агат – это одна нить. Здесь присутствует тонирован агат и натуральный агат. Так было написано. Не знаю, где какой, придется разбираться. Вот где натуральный, а где нет. Не знаю даже. Ну, в принципе, неплохой. Мне кажется, что здесь, по-моему, он весь тонирован. Если только не белый один. И он очень сильно похож на сердолик. Вот таким образом продают агат, сердолик. Ну, сердолик это тот же халцедон, это тот же агат. Чаще сердолик окрашивают. Это чтобы вы знали. В природе сердолик, он не будет иметь очень ровный цвет. Это тонированный. Просто знайте это. Но он тоже очень хорошо полезный, несмотря на то, что его тонируют. Далее такое колечко, это розовый кварц. Это недорогое. По-моему, там 3 доллара. Но так как у меня была скидка, то получается меньше 3 долларов. Ну, обычное. Не очень, конечно, я люблю эту форму каплей. Не люблю, вообще даже сказать терпеть не люблю. Но другого не было. Ну и поскольку это кварц, а кварц розовый я очень люблю, поэтому я думаю, ну возьму все равно, ладно, думаю. Форма там, не форма, кварц есть кварц. Ну так, в принципе, ничего, сейчас вижу, что хорошенькое колечко. Хорошо, нравится. Далее идет родонит. Такой большой кулон. 50 на 50.
Вроде бы ничего, да? Я как бы рассчитывала лучше. Ну как лучше? Рисунок лучше. Вот вы знаете, вот то, что мне не нравится, это то, что в этом сайте нет больше картин. Одна картина, одно фото и все. Когда-то 10 лет назад они сделали фото из одного кулона, который там был 10 лет назад, и так он до сих пор и стоит. Там может быть и рисунок будет другой, понимаете? Вот это, ну, просто, ну, очень мне не нравится. Я уже столько писала писем. И, конечно, ответа не дождешься. Они присылают какой ответ? Вы имеете такой-то, такой-то номер, ждите своей очереди. В общем, по этому номеру вы позвоните. И по этому номеру какой-то получите ответ. Пыталась я звонить. Боже мой, это такая ерунда. Во-первых, на 10 вопросов надо ответить в начале. Нажми 1, нажми 2, нажми 3, нажми 5, нажми 10. И потом покамись. Я один раз была дозвонилась. Что-то, по-моему, в посылке было не так. Я не помню точно что. Ну, что-то было. Ну, такое, что я, в общем, мне пришлось позвонить, так сказать, набраться терпения. Но я все-таки дозвонилась. Но, понимаете, не будешь же ты постоянно вот звонить с этими какими-то мелочами. Вот в результате получается, что получаешь и думаешь, ну, ладно, ну, вот опять что-то не так. Но, с другой стороны, конечно, и бывают такие посылки, ну, что просто в восторге, просто ах, ух, ох. Все просто радует, все радует. Далее идут уже готовые изделия, но здесь присутствует тоже, видите, кулон. Это снежный кварц. Настоящий, не тонированный, самый что ни на есть натуральный. Конечно, вот это все, это ерунда. Это я все буду убирать, разбирать. Не знаю, буду применять или нет, но я заказала этот, потому что я кинулась делать украшения. Как-то у меня не оказалось кулонов. Есть очень много белых камней, кварц и разные другие. И я подумала, что как же так. И вот как-то на сайте я нашла готовые такие уже эти изделия. Естественно, я буду оставлять один только этот снежный кварц. Вот как бы такие, да, имеется шнур. Но вы знаете, шнур без застежки. Я даже не знаю, как они это делали. С каким умом. Потому что через голову, даже у меня небольшая голова, и то как бы еле-еле продеть. Да. Ну что, вот такие кулоны. Конечно, они, может быть, не совсем там идеальные, не первоклассные, но тем не менее. Это настоящий кварц, снежный кварц. Имеются такие небольшие, я вижу, как бы трещинки, но это в структуре камня. Это не поверху. Поверху все гладко. Даже не чувствуется. Вот абсолютно ничего не ощущается. Вот смотрите, еще один вам покажу. Смотрите, какой хороший. Вот этот даже еще лучше. Да и этот хороший. И эти тоже. В общем, 6 штук. Ну почему 6 штук? Потому что надо было заказать 2 позиции. Одна позиция — это 3 этих украшения. Потому что они очень большой были скидки. Минимум 2. Это получается 6 штук. Ну, я даже себе оставлю. Почему бы нет? Как говорится, очень хороший, нравится, да. Вот это как бы нравится. И далее это 4 пакета. Заказывала 5, но осталось 4. Поэтому выслали 4. Это змеевик. Змеевик сейчас покажу. Это тоже оптовая распродажа, и за счет этой оптовой распродажи у меня получается меньше те камни, которые, допустим, стоят в полной цене. И получается, что очень хорошая скидка идет, если покупаешь на много позиций, там определенная. Я уже рассказывала, что змеевик у нас здесь разный, продают. Разный цвет, и темный, и также русский змеевик есть, который в крапинку, и такой. Ну вот чаще вот у нас бывает такой, или светлый еще какой-то, сейчас покажу. Вот такой тоже змеевик, видите?
Это все относится к разновидности змеевика. Он на самом деле очень красивый, очень нежный, красивый цвет. Такой весенний, мне кажется, летний камень. Из него получается очень красивое украшение. Особенно сочетание с желтым цветом, даже с голубым цветом. Но желтым очень красиво получается. Вот с кварцем каким-нибудь, просто великолепно. А этот змеевик имеет отверстие, вы как видите, двойное. Смотрите, вот раз и два. Это такой камень, как знаете, делают браслеты. И также можно делать колье, очень красивое. И я думаю, что, конечно, это очень хорошо, что я успела забрать последнее, потому что оно не часто попадается, чтобы были два отверстия, так скажем, да? Камень хороший, нравится. Как бы это чуть темнее, это чуть светлее, но тем не менее и те все хороши. Ну и в заключение я все-таки покажу вам именно то, что было в новинках. Это появился новый кварц. Как вы думаете, что это за кварц? Он очень похож на цитрин. Был темный и светлый, чуть темнее, как бы желтый, наверное. Но это не цитрин, это не золотистый кварц, это не рутиловый кварц, а это сансет кварц. Это закат. По нашему переводе солнечный закат. Но в русском описании он так и называется – сансет. Вот так он выглядит. Конечно же, бусины были разные и круглые другой формы. Но я круглые не захотела брать. Здесь вы видите, что огранка присутствует очень хорошая. Здесь даже внутри кварца вроде бы как какие-то полоски, да? Вроде как на рутиловый похож. Или что это такое? Ну, давайте рассмотрим ближе. Да, это внутри. Внутри камня. Ну, вот я так думаю, что очевидно, это все-таки что-то вместе соединено. Вот такой как бы кварц. Но он очень красивый, цвет или мед, или цвет шампанского, или цвет такой приятно нежный. Очень интересный кварц, и вы знаете, его разбирают просто очень быстро разбирают. Пока я думала, пока я смотрела, смотрю, осталось 5, осталось 8 нитей, смотрю, осталось 2 нити, думаю, надо быстрее брать, а то и вообще ничего не останется. Вы знаете, я очень долго думала, какой же мне взять этот кварц, или круглый, или такие, или такая форма. Не могла никак определиться, очень были все красивые, капельками были, но как-то круглой формы быстро разбирали. И потом я определилась, что именно этой формы, такие, знаете, видите, как бочонки. Почему? Потому что я также заказала кристальный кварц. Видите? Он тоже длинный, он тоже имеет огранку. И именно такого кварца у меня нет. У меня есть другой разный кварц, я имею в виду белые бусины, кристальный кварц. Но именно такого хорошего качества вот как раз и нет. Ну и под это дело, я думаю, дай-ка я закажу этот кварц и сделаю украшение с этим кварцем. Конечно, очень довольна, вот этим я очень довольна, потому что самое главное, что я ждала в этой посылке, это именно это. Вот именно это.
и очень довольна этим кварцем. Довольна, что я выбрала именно так, а не темный камень, потому что в соединении с темным, я имею в виду желтый, более яркий цвет было бы не очень. Кажется, так мне будет хорошо, очень хорошо. Мне кажется, через две бусины, потом большая бусина кварца и опять две бусины санцет кварц и опять бусина кварца. Мне кажется, будет очень красивое украшение. Я потом вам покажу, когда сделаю. Но оно будет совершенно простенькое, потому что, ну что еще? Мне кажется, ничего больше не надо. Обычное по кругу, элементарное просто. Но мне именно захотелось вот соединить именно этот санцет кварц с именно чистым кварцем. Ну, а на этом желаю вам приятного просмотра. Рози, ты уснула? Рози, смотри, какие бусики красивые, смотри. Мама, ты заколебала. Выключай камеру. Выключай камеру. Скажи, еще светишь в глаза. Собака ты моя золотая. Как можно не любить этих животных? Я же сама аж такая наивность. Такое любящее, добро преданное. Ты мой золотой, глазками шевелишь. Да, что там тебе? Снится что-то, да? Вот мама, скажи, вот тоже мама. Все, скорее пристаешь, не приставай. Да, спать хочу. Ну ладно тогда, все, пока-пока.